Что хочешь поменять? Имя. На какое? Роузи. Роузи? Да. Эльза тебе уже не нравится? Да. Почему? Просто. А Роузи нравится? Да. А откуда ты это имя взял? Просто хотела. Когда ты захотела? Ну, только что. А? Только что? Да. В голову пришло тебе, да, такая идея? А фамилию тоже будем менять? Ну да. Придумала фамилию? Ну нет, еще. Я придумала. Ну подумай. Окей. Значит, нам теперь тебя Роузи называть. Да. Хорошо, Роузи. Надо это учителю сообщить. И в школе. И документы поменять. Тогда твой паспорт будет недействительный. И нужно новый менять паспорт. Опять? Ну да. Ну давай. Да? Сделаю опять Макдональд. Ну, паспорт же не в Макдональде меняют. Не будешь уже после этого в Макдональд пошли. После чего после этого? Когда мы делали паспорт. А где делали паспорт, ты помнишь? В Лондоне. Ну, в Лондоне. Лондон большой. Что, мы просто гуляли по Лондону и меняли твой паспорт? Да. Потому что я не припомню этого. Ну, мы не гуляли, куда-то уже зашли. Ну, как... куда мы зашли, ты вспомни, куда заходили мы. В латвийское посольство. Угу. Ну вот тогда нужно будет тебе туда съездить и сказать, я хочу поменять свое имя. А они скажут, а это вообще-то не латышское имя. И не согласятся менять. Не согласятся? Думаю, нет. А я думаю, да. Но это же не латышское имя. Вон у нас на стене висит календарь с латышскими именами. Можешь выбрать там кучу всяких имен. Окей. Роузи. Роузи там нету. Есть. Вряд ли. Там есть. Я думаю, там может быть Роза есть, но Роузи нету. Я буду Розой. Розой будешь? Угу. Точно? Да, правильно. У меня и так в школе есть подушка, которую звали Роуз. Угу. Мама на английском говорит. Угу.